Всем привет! Давайте покажу вам, как я люблю ушки на кукольных головушках. Для этого понадобится небольшой кусочек пластика, с которым вы работаете, привычный вам инструмент, у меня это скальпель, и небольшие дотсы. Пластик я предварительно размяла, у меня небольшой кусочек, и я делю его на равные половинки, соответственно, два ушка. Так, определяю место положения ушей. Как правило, ушки я располагаю в районе между глаз и носика. Прилепливаю заготовку. Вы можете воспользоваться вот таким гелем, но без него тоже все хорошо примазывается. И аккуратненько растягиваю пластик по запеченной поверхности. Я, кстати, подготовила место для шарнира приемника. Вот. Так как это кукольная головушка будет на шарнирном креплении. Одно ушко и второе. Ну и вот именно на этом этапе важно проверить себя, чтобы ваши уши были на одном уровне. Как правило, я использую либо ровную кисточку, либо зубочистку, деревянную шпажку или иголку. Ну, у меня инструмент ровный, поэтому прикладываю, смотрю, чтобы ушки были на одной линии от личика и на одном уровне, вот если смотреть вот так вот, чтобы ушко не убежало вверх, одно из ушек не убежало вверх или вниз. Проверяю, все отлично, и начинаю уже прорабатывать. Сразу скажу, ушки запекать я не буду, так как это девочка у меня будет с липными волосами, и ушки просто ей будут не нужны. Значит, чтобы это не были такие пельмешки, я аккуратно пальчиками приминаю ушки, чтобы они были под углом к кукольной, ну, к поверхности головы. Да? И дальше уже дотсом начинаю прорабатывать форму ушек. Так как мои куклы стилизованные, не имеют человеческих пропорций, соответственно, ушки тоже стилизованные. Давайте я прилеплю одно видео, ну, второе делается аналогично.
Так, одно ушко готово, аналогично делаем второе и запекаем.